Праздники продолжаются. В канун Старого Нового года в Центральном парке города Видное была организована развлекательная программа. Гостей мероприятия встречал, как и полагается, Дед Мороз. Сказочный персонаж стал ведущим торжества. Несмотря на холодный зимний вечер, желающих повеселиться собралось немало. Очень прекрасно, очень понравилось, спасибо большое. У юных жителей была возможность рассказать дедушке стихотворение и получить небольшой подарок. Мне очень нравится идея, что можно веселиться, играть и танцевать. Многие рассказывают, что узнали о проведении праздничного мероприятия из социальных сетей. Мы узнали из интернета, на телеграм-канал подписаны ДК, видно. Вот пришли к вам на праздник. Пришла с ребенком, подругами, детьми, друзьями. Узнала из группы ВКонтакте. И очень нравится, что в городе у нас организовывают такие мероприятия. Танцевальные конкурсы, веселые игры и зажигательная музыка позволили всем посетителям продлить праздничное настроение.